Что-то здесь случится. По музычке. Милиция? Не, полиция. Это же участковый. Участковый. Это участковый. Сыночек, участковый вызвать. Тихо. Давай. Это, наверное, участковый. Это участковый. Да? Все открываю. Нет. Они уже слышали все. Нет. Че дед-то? Они уже все слышали. Кто? Кто орал это? С мамой я же говорила. Дима. А что говорить-то? А что говорить-то? Ты сейчас открою я и все. Я тебе сейчас открою, блядь. Полиция? Да. Полиция. Рюмки прячь. Рюмки прячь, все. Водку дала, водку. Ну да. Короче. Иди открывай. Да тебя сейчас Антон заластает весь. У Антона-то травма. Какого Антона? Вот у этого. Ну все, давай. Тихо. Открываю дверь, все. Я, короче, спал и проснулся, думаю, что за происходит вообще. Уверишь? Открываем? Все. Открываешь? Все, я открываю. Так, куда пс***? Я в шкаф. Потому что вот такая вот конфликтная ситуация. Какая опросите всех соседей, вы узнаете. Сейчас опросим всех. Всех опросите. Нет, мне чтобы ты надо. Как он тебя ведет здесь? Кто? Вот этот вот. Ну сколько лет? 17. Он да? Стоит? Нет. Давайте он орет на всю Ивановскую. А, ты замечание. Пацаны, она бухает, короче, да. Каждый день уже на протяжении 3 недель. Мы хочем. Тряпку не найти, надо еще. Давайте без конфликта. Ну, пришли сейчас распределить. Заявление писать будете? На сына будешь заявление писать? Ты вообще чокнулась? Вот когда... Давай же я на тебя заявление напишу. Ты на меня будешь заявление? Где у него сломан? Посмотри на него. Что ты с ним сделал? Сначала. Это мой муж. Это не рука сломана. Иди сюда. А что ты за мужа борешь? Иди сюда, покажись. Че покажись? Вот покажи свою руку. Ай! Вот он его избил. Вот. Это не я его избил. Ты? Он налетел на меня. Чем потому что я на то высказывал. Он налетел на меня. Да что ты? Хорошо, да сейчас у меня запись есть. Хватит это. У меня тоже есть запись. Мужчина, а вы здесь да. Кто? Виктор, у нас сажите. Понял, когда я обнял. Давайте там отсюда, блин! Угадай себе. У тебя телесные повреждения есть? Нет. Вот. Это что такое? Это, короче, я вот в косяк здесь вот попадался. Мороз? Ну да, он на меня налетел и зажал, и типа... А из-за чего это все случилось? Ты меня душишь? Из-за того... Я еще не начал душить. Ты начал где душить следы? Меня? Где следы? Где следы? Ни одного следа. Бить меня начал. Он тебя тоже бьет на он задницу. Он тебя вот так взял. Вот именно. Не ври. Меня достали а твои пьянки. Я терпел. Еще просто в Москве ты бухала. Я сказал. Не достали уже здесь всех. Вот вы на чем орете? Творит. Вы нас травмируете здесь. Творит. Хотите, пройдемте? Пойдем, уважаемые. Иди. Как ты без нас? Тут уже соседи жалуются, уже хотели вызывать вас уже. Он играет в компьютерные игры и по ночам орет. Он нам покоя не дает. Ничего, и ты с ним вместе орешь. Собака лает. Чего я ору? Я всю хую. Потому что я смеюсь громко и не громко.
А материшка, ты не материшка, нет? Скажите, где что-то в милиции, где за записи? Да? Показать? Уйди-то в милиции. Записи. Уйди-то в милиции. Я тебе припомню. Завтра. Где отсюда выстоять? Ну, дайте сначала молодой человек опросит, потом с вами беседует. Хорошо? Дайте нам с ним беседовать. Не имеет права. Давайте. Не имеет права. Ты на него накинулся сам. Ты же на него накинулся. Я стоял тут. Ты не имеешь права вообще. Даже если вы выпили. Я стоял тут. Вы на своего ребенка будете верить. Это абсурд. Да она никого не уважает. Она будет писать. Она будет на всех. Да иди ты, дом уже. А есть документы у тебя? Есть, конечно. Да, все, да. Ну как попал? Мы с ним живем. Да понятно, дело. Это органы. Нормально, конечно. Все, нет у тебя больше платить. Ага, да. И платить за себя больше не буду. Сам уже зарабатывать и покупать. Да, да. Все. Я сказала, все. Они выходили с тобой. Я сказала, все. На этом все. Закончилось. Mm-hmm. Все. Сейчас. До свидос. Не обязан тебя содержать. Сидеть без света. Без света ты будешь сидеть сам. Понятно?